вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Вот и наступил наш третий день. Сейчас соберемся, побурим. Все завалило к черту снегом. И будем двигаться в сторону дома весь день. Фу, все это обколотить еще надо, все обмерзло. Ну, ладно, начнем работу. С вами, как всегда, канал «Это не диалоги о рыбалке». И начнется третий день нашей рыбалки. Ну что, едем на проверку удочек на щуп. И будем их снимать. Двигаемся в сторону дома. Порыбачил кариуса, если повезет. Пусто! Что-то не видать, чтоб качало. Не вижу я, чтоб где-то дергало что-то. Будем снимать все помаленьку. Саня, там те три удочки снимает. Не видно шевеления нигде. За ночь ничего не сработало. Видимо, выбрали пристой. Но ничего, порыбачили неплохо. Все поснимаем. И все же попробуем прорваться там. Есть внизу пару плесиков, на которых можно порыбачить кариуса. Если даст нам вода, конечно. Саня-то идет по воде, а я ни хрена не иду. О, здесь есть щука. Вот она. Сидела так спокойно. На этом месте хорошая, да? Ну ничего такая, она. Вот вчера вот здесь вот, вот это на 8 килограмм и влетело. Веревки примерзли все, не видно, что там клюет, не клюет. Видать, пристойчик все-таки шоркнули мы тут. А? Пристойчик, видать, шоркнули тут. Да. Который пристоялся, пока нас не было.
Нет. Я смысла не вижу. Воды мы выдавили там, Саня, ё-моё. На Калине? Вот сюда ехали когда. А, на подъеме? Вообще всю дорогу. Да? Да. Что будем делать, тундру уходить? Не знаю даже. Калина вся утопленная. Да? Да. Все печально. Все печально, я не знаю. То, что пятка включена, вот эта пятка идет. А, вот скорее всего то, что пятка включена, мы массы давим. Видимо, махонькая совсем. Килограммовик. Короче, на рыбалку пришлось нам забить. Бьем дорогу. Идем очень тяжело. Кислотуха на пониженной тянет. Идем уже 3 часа. А до Нового нам еще херово тучи километров. С рыбалкой не стали рисковать. До дома бы успеть, за день доехать. Снега навалило по яйца, под снегом вода. Поплыли, ё-моё. И хватит его в рот. Всё, если туха села тоже. Не, Саня, в эту сторону нету его. Да его размочило весь. Кажись, вот где-то тут дорога. Она раскисла, скорее всего, Саня. А? Скорее всего, размыла. Да. Тебе надо было с воды-то ее вытащить, ты ее прям в канаву поставил. Плясками будем ехать. Блять, еще пилить, да пилить, ё-моё, до подъема. Папа, иди, садись. Садись.
так уверенно пошел, думает, я пройду. Фух. Плывем капитально. Так это все происходит. Тут чисто болото. Воды по колено. Для чего я это показываю? Для того, чтобы вы не думали, что нам рыба достается так легко. И чтобы отпали вопросы, для чего вам столько рыбы. Потому что мы едем в такой рейс. За рыбой. Не просто вот так вот по вые, а за рыбой. И пустыми нам домой приезжать не вариант. В этот раз мы едем с очень малой добычей. Плюс вот такой секс. Все, Саня, тут все размочил. Теперь я не знаю, как я буду выплывать на своем. Он пока корыто оба вытаскивает, тут все раскисает. Не может вытянуть в гору. Корыто облипли все. Беда бедовая. В дороге аж всплыли наверх. Все остальное все утопило, все в воде. Дальше мы пойдем краем, если получится. Вот Саня одно корыто вытаращил. Фух, силы уже у всех на исходе. Потому что так мы идем уже 4 часа с такими вот плясками. Все, фигня, что нам тут осталось, 40 километров. Спирт кружками. Ключевой. Вот такие вот дела. И Саня умотал далеко вперед уже. Даже не слышно. И лопата у него. Теперь я охренеть буду, как вылазить отсюда. Мне еще и весь моторный отсек засыпало снегом нахрен. Так что ремень у меня теперь просто тупо там буксует и все. Ё-моё, блин. Это 10-й час нашей дороги уже. Ну, на этом и закончим нашу сегодняшнюю поездку. В пути мы сегодня 13 часов, почти без перерыва. Но сейчас здесь есть след. И нам осталось минут 40, и мы дома. И это конец этой поездки. С вами, как всегда, был я, Костян. И это не идеология рыбалки. До новых встреч, друзья!